Государственный профилактический проект «Брест. Здоровый город» проводится в городе над Бугом с 2014 года. Его цели – формирование у граждан ответственного отношения к своему здоровью, а также расширение спектра взаимодействия между социальными учреждениями и организациями. В нашей стране, в Республике Беларусь, в частности, в городе Брест, уделяется очень особое внимание именно вот формированию долговременной социальной политики, направленной на неориентированной, да, на укрепление, на улучшение состояния здоровья населения, среды его обитания, опять же, через взаимодействие там, с различными структурами, управлениями, ведомствами, органами, да, ну, не только с ними, но и, опять же, через коммуникации, через различные слоя населения и общества, да. Проект сам не новый, проект начал свой было положено еще в 2014 году, да, но начинался он как раз-таки с этого микрорайона Ковалева, да, ну, говорится, надо стремиться вперед, и в 2021 году городским исполнительным комитетом было принято решение о расширении данного проекта до границ целого города. Поэтому уже с 2021 года у нас уже проект называется «Брест. Здоровый город». Наш проект, он неоднократно отмечался на различных, скажем так, внутренних и республиканских, скажем так, соревнованиях, да, к примеру, за прошлый год мы были лучшие в области, а на республиканском уровне мы были отмечены вторым местом за лучшее информационное сопровождение. Акция включила в себя 4 блока. Мой выбор – жить с позитивом, правильная осанка – залог здоровья, школьное питание – здоровое и рациональное, и здоровое сердце – залог успеха. В рамках проведения площадок можно было продегустировать вкусные здоровые блюда из школьного меню, купить полезные продукты, поиграть в активные дворовые игры, ознакомиться с выставками, посвященными здоровому образу жизни, а также получить медицинскую консультацию у специалистов. Чаще всего проблемы, связанные с повышением артериального давления, как правило, цифры бывают очень высокие, 140-160 на 90 на 100 мм тортового столба. Также могут быть боли в области сердца. Наших пациентов очень волнуют по месту жительства, так как они проходят диспансеризацию, волнуют такие вопросы, связанные с повышенным уровнем холестерина, сахара в крови, а также с возможными факторами риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Горожане с удовольствием проходили врачей, сдавали кровь на сахар, замеряли свои параметры, делали кардиограмму и УЗИ. И почти все отмечали, что крайне удобно, когда за один день можно проконсультироваться у стольких специалистов. Здоровье у человека – это самое главное. В первую очередь измеряют давление, проверяют индекс массы тела. Потом кровь можно сдать на сахар. Конечно, нужно сдавать натощак, но если кто-то немножко перекусил, тогда этот анализ нам очень тоже важен. Потом принимает эндокринолог, который рассказывает про проблемы щитовидки. Также есть врач общей практики. У кого какие проблемы со здоровьем, можно подойти. Если есть какие-то документы, карточка или УЗИ, то врач внимательно смотрит. И вот меня направили дальше проходить УЗИ щитовидки. Сюда я пришла померить давление, проверить глюкозу и хочу посетить еще эндокринолога. И вообще это прекрасное мероприятие для наших горожан, особенно для пенсионеров. Все врачи на месте. Можно проконсультироваться с эндокринологом, можно подойти к терапевту и тут же сахар проверить. Такие мероприятия позволяют популяризировать культуру здорового образа жизни брестчан, а также выявить и предупредить заболевания на ранних стадиях. Юрий Лимонтович, Василина Буцкевич, Дмитрий Литвинюк. Новости Бреста.